история такая. Записывался я со стартапом. Можете моего любимого мероприятия, но в том числе и моделировать, пригласить себя стартапов, экспертов, вас, гостей. Давайте знакомиться. Сейчас у нас более 210 тысяч обучающихся по разным программам. Это высшее образование, среднее образование, дополнительное профобразование, детей в том числе обучаем. У нас более 200 партнерских офисов и 68 представителей СНГ и СНГ. Также у нас есть отдельный дивизион, который работает международно, и мы сейчас очень активно идем в Лукену. Представитель ВК Клауд, это Ильдар Сазаев, руководитель направления развития EdTech. Ильдар, выходи, расскажи про ВК Клауд и про ваши условия. Добрый вечер. Надеюсь, меня слышат. Если вы гоните трафик, то есть еще партнерские сервисы, которые можно использовать, и есть еще Marketplace. Если вы хотите вдруг разместить свое приложение, то Welcome, тоже партнерская программа, можете пользоваться нашими звуками и нашей инфраструктурой. Тут буквально пару слов о том, что есть VK Testers, это платформа для тестирования. Тут наша поддержка, наша экспертиза, наши тестировщики. Про Руслору вы наверняка слышали, знаете, но тем не менее, Google, для того, чтобы вы понимали, что это тоже один из хороших инструментов для продвижения своего продукта. Ну, естественно, конкретно воспользоваться возможностями большого ВК и продвинуть свой продукт с помощью ВК-рекламы, внутренних сервисов, использовать маркетинговые возможности большого ВК. Соответственно, я уверен, что это приведет вас просто к успеху. На этом все. Если у вас есть какие-либо вопросы, можете сосканить QR-код, можете подойти ко мне, я буду практически на специальном мероприятии. Обращайтесь, и всем успехов, удачи. Спасибо. Я приглашаю сюда Дмитрия, CEO проекта Эврика. Дмитрий, выходи, микрофон Твиттер, всем добрый. Меня зовут Адам Дмитрий, я CEO проекта Эврика. Что такое Эврика? По сути, это очень классно. И лампа не горит, и врут календари. И если ты давно хотела что-то мне сказать, то говори. Любой обманчив звук страшнее тишина. Когда в самый разгар веселья падает из рук бокал вина, и черный кабинет, и ждет в стволе патрон. Так тихо, что я слышу, как идет на глубине вагон метро. Площади полки, темно в конце строки, и в телефонной трубке эти много лет спустя одни гудки. И где-то хлопнет дверь, и дрогнут провода. Привет! Мы будем счастливы теперь и навсегда. Привет! Мы будем счастливы теперь и навсегда.
С добрым утром, страна! Ну, вот эта песня очень четкая. Шел чудак раскаленному солнцу, подставив нагретый чердак. Шел чудак за спиной, его тихо качался рюкзак. Шел домой, представляя, как все удивятся тому, что живой. Что ничто не случилось такого с его головой. Так и есть, у него для людей была самая лучшая весть. И он шел по дороге, от счастья светящийся весь, ловит вис. Люди могут, конечно, спастись от падения вниз. И он шел рассказать им о том, как им можно спастись. Рассказал, и напуган был всем этим весь этот зрительный зал. И слова его долго летели сквозь этот базар в пустоту. Он шел к людям, он нес им надежду, любовь, красоту. Люди взяли его и гвоздями прибили к кресту. Каждый раз, когда сходятся звезды, сойдя со своих звездных трасс, все становится ясно без всех этих жестов и фраз. Каждый раз, когда кровь на ладонях и падают слезы из глаз, очень больно смотреть, если кто-то страдает за вас. Пишу тебе из пасмурных краев. Я приветствую всех свободных людей нашей большой, прекрасной, свободной планеты Земля. Я Роман Романовский, все как обычно, в рамках своей общественно полезной нагрузки делаю замечательные видосы, рассказываю про то, как сам живу, и считаю, что глубоко личное может легко стать общественно значимым, если ты при этом соблюдаешь нравственные установки, нормы. Это закат, ребята. Это закат. Он длится всего несколько минут.